Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу об iOS 13.1.1. Итак, вышла iOS 13.1.1. В данной iOS внесли изменения только по безопасности. То есть никаких нововведений там особо, все осталось на прежнем уровне. Не добавили ни скорости, ни производительности, ничего такого, чтобы мы могли не заметить. Haptic Touch все так же работает, система в целом, то есть ничего нового, ничего особенного, все тоже, никаких в принципе лагов там, ничего такого я не заметил, но мы-то знаем, что была причина только в одном, пофиксили скорее всего автономность по батарее. Это единственное изменение, то есть по настройкам ничего я такого тоже ж не заметил. Вот перейдем в обновление, посмотрим, что iOS 13.1.1. Опять же, какие-то баги тут, не баги, я не знаю, на открытие, тут на шаринг, то если что-то отправит, то есть все так же работает. Ничего, никаких изменений здесь нет. Именно глобальных, то есть никаких там ни смайлов, ничего, я не знаю, я не заметил ничего такого, чтобы я мог обратить внимание, там абсолютно все то же самое, все те же смайлы, все те же самые настройки, все тот же текст, все, ну, никаких тут нареканий особо я не вижу. То есть, как по мне, батарейка все держится так. В предыдущем видео я рассказывал, как полечить эту функцию. Вам нужно будет просто сбросить настройки под ноль, восстановить обратно телефон. Перед этим не забудьте сделать резервную копию на iTunes. И все. Вы с помощью этого излечите этот баг. Просто он появился из-за того, что при бета-тестировании все баги остались. Они никуда не ушли после переустановки на релиз. Чтобы избавиться от багов, всегда нужно сбрасывать настройки под ноль, либо же просто восстанавливать телефон на iTunes через ПК. Вот, и тогда вы потеряете эти баги. Он сотрется, будет чистенький, новенький, и как бы даже еще от этого прибавится вам память. Ваша внутренняя на гига 3. Ну, чем больше устройства размером памяти, я имею в виду, тем больше у вас будет память. Вот. А так, в принципе, советую обновляйтесь обязательно. Все, что идет речь о безопасности, всегда обновляйтесь. Ваше устройство должно быть безопасно. Никакие данные не должны уходить в сторонние источники. Поэтому обновляйтесь обязательно. Делайте всегда резервную копию. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока.